Послушай, вот как ты считаешь, какую песню лучше всего слушать в новогоднюю ночь? Послушай, мама, доченька. Дай, да, я слушаю, что ты скажешь. Я говорю, послушай маму, мать петь сейчас будет. Для нас, для женщин, конечно, самое главное – это любовь. О ней наша любимая песня. Но когда о любви поет любимая певица, мне кажется, это самый настоящий новогодний подарок. Алла Пугачева. Провожать не стану и смотреть не буду вслед. Есть любовь и значит нет печали. Слово, молчи, прошу тебя, дай сердцу покой. Мне еще вернуться надо в те серебряные дни, где лишь окна распахни. Невозможно не влюбиться и любить.